песню отвели. Сводом отсюда. Протокастик. Протокол выписывайте на кого. Да. Махинациями занимаюсь. А где же виновник? Нету их махинаций. Сейчас будем искать. Так подождите, постанову уже пишите. Какая постанова? А? Ну, на махинации. Ну, сейчас сначала заполним, потом найдем человека. Ну, как можно сначала заполнять без данных? А? Подбивает материалы свои. Вы мне скажите, когда вы прекратите вот этой вот фигней страдать? Когда вы пошлете свое руководство на три буквы и пойдете на честную работу? Зачем вы это делаете? Работа? А? Какая это работа? Нет, разводить людей? Полным-полно. Все, кого вы видите, это все, кто не работает в милиции, и они зарабатывают так, как они зарабатывают. Где он здесь я? Ну что это у вас за заточка уже какая-то? Ножик для хлеба. Для хлеба? А зачем вы его? Вы сейчас что, хлеб нарезаете? А вы думаете, где мы будем кушать? Вот ты в машине. Ну я не знаю, если бы вы встретили, вы наверное, у кого-то вот да. Забрали и сказали, что ему носить нельзя. Вы посмотрите, кто открывал. Это мой бортовой журнал, видите? Да. Что еще? Поснимали, до свидания. Я хочу, чтобы вы стали нормальными людьми. Так вы просто низко прошли, надо их не смотрите, сейчас на данный момент вы составляете постановление на человека, которого рядом нету. То есть вы его сочиняете. Просто тупо сочиняете. Сочинение называется. Зачем сочинять? А я не знаю, руководству принесете и отчитайте, что вы, вот вы составили. А человек даже не знает, что вы в отношении него составили это вот постановление. Вот как так можно? Алексей, ну это объясняю, это просто формально подгон документов, чтобы просто сдать то, что не успел там сделать. Вы знаете, у меня сейчас есть при себе QR и инструкция по оформлению административных материалов. Если хотите, мы сейчас вытащим, я вытащу. И вам начну читать, как оформляется одни материалы. Никаких подгонов там нет. Законодательство не предусмотрено. Я не это имею в виду, не про мои. Неужели вам не стыдно? Я вот этого понять не могу. По поводу чего стыдно? Ничего стыдно. Да. Просто заполняем, нет? Ну, у меня просто черновичок, я маленький ролик. Черновичок постановления с... они же там присвоен номер каждому постановлению. Не присвоен номер. Они все через строго отчетность. Да, вы что, их все сколько хочешь. Да. Да, это номера, протоколы номерные. А постановления они просто... Постановления, карточки, это все ксерится и сами. Я могу вас спросить этого. Вам нравится, чтобы ваши дети остались в такой стране? Едем. Что я хотел... Все, боюсь. Все мои мотоцикл. Вы думаете?